Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня у нас 31 декабря. И вот у нас в оранжерее как бы вообще тропики. Все цветет и благоухает. Все хорошо. А за окном минус 32. А сегодня ночью обещают минус 36. В общем, новогодняя ночь у нас вообще прям такая сказочная. Все белым-бело. И вот такой контраст получается. На улице, в общем, холодно очень, а дома вот так вот уютно, тепло. И растения, конечно, радуют вообще глаз. Ну вот, как вы видите, два моих друга уже, в принципе, нашли общий язык. Два кота моих уже подружились, прям носик к носику, целуют друг друга. Директор оранжереи, в общем, хорошо принял своего заместителя. Все ему показал, рассказал, чем он будет заниматься. Знаю, что сегодня день такой суматошный. Вы все заняты, накрываете столы, наряжаетесь. В общем, не буду вас сильно отвлекать. Просто хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. И пожелать всем счастья, здоровья, любви и, конечно же, хорошего настроения. Всех с наступающим еще раз Новым годом!